Хей, окей, с вами Шинки, и мы продолжаем проходить игру под названием Япи Психа. Окей, мы включили компьютер, мы попали на нашу первую работу, считайте. Давайте подрубим пока. Так, компьютер. Вам понадобится ID-карта, чтобы получить доступ. ID-карта? Хьюго, извини, что снова беспокою, но мне нужна ID-карта для компьютера. А, верно. Обычно их отправляют в офис начальника. Я проверю, есть ли там уже готово. Может, она уже готова. Кто-то звонит. Алло? Мистер Пастернак? Да, это я. Здравствуйте, я ваш начальник. Хьюго сказал мне, что у вас нет ID-карты. Похоже, что произошла какая-то административная ошибка. Приношу извинения. О, нет, все в порядке. Похоже, что они отправили вашу ID-карту в другой офис, и вы должны пойти в офис D, который находится на том же этаже, что и ваш. Офис D? А, понятно, спасибо. Я должен забрать свою ID-карту в офисе D, который находится на том же этаже, что и мой офис. Там что-то есть в его ящике. Вы получили кошачью еду. Зачем Хьюго нужно что-то подобное? Инвентарь. Осмотреть. Банка с кошачьей едой. Я нашел ее на столе мистера Хьюго. Спиздили у Хьюго что-то ценное. Подожди, а я не могу типа зайти? Написано начальник. Так, Хьюго зашел, почему я не могу зайти? Ладно, погнали в офис D. Вы сначала в F. Офис F. Заперто. Ладненько, что тут-то? Может, я сюда могу попасть? Здесь ничего нет. Вы получили лист ведьминой бумаги. Так. Инвентарь. Посмотреть. Так, она чистая, но есть водяной знак, похожий на змею. О, ну я был прав. Это змея. Либо S, либо змея. Ди-ди-ди. Так, это получается туалет, да? Ого, тут слишком темно. Го в туалет. Здесь нет ничего интересного. Типа я просто смотрю в зеркало. Здесь нет ничего интересного, я не буду это трогать. Вы получили шоколадный батончик. Здесь ничего интересного. Мокрый пол. Я не знаю, занимался ли кто-то в этом здании уборкой в течение последних лет. Дверь заклинила, ее не открыть. Я не хочу эту дверь открывать. Ой, простите меня. Ты хочешь попить моей воды? Да. Ладно, но это обычная вода, так? Вы получили воды. Могу еще получить воды? Я не собираюсь раздавать свою волшебную воду. Го, с вами попробуем постоять. Помните, ну, скорее всего, это просто скриншотик, да? Допустим, к примеру, возьмем Doom. Когда типа долго смотрим в зеркало, типа, знаете, что-то может появиться. Неужто это просто так? А смотрите, экран внизу мигает, видите? Или это просто он мигает из-за того, что там не освещено? Давайте я до 5-й минуты постою. Ну, скорее всего, да, здесь ни хера не будет, что это просто, типа, артик.
Да. Может так? Нет, ладно. Вы получили 30 кредитов. Запасной выход не работает. А. Заперто. Это фотографии сотрудников месяца. На них, на всех них Юга. Заперто. Пусто. Так, я мало что понимаю в этих таблицах, но я бы сказал, что у компании были взлеты и падения. Что это? Это лошадиный помет. Походу, это взлеты и падения запаха. Почему здесь лошадиный помет? Не, лучше свет включу, нахер надо. Еще вляпаюсь в это дерьмо. Закрыто. Диван блокирует двери. Возможно, я смогу его сдвинуть с пути. Окей. Ну, кто его заблокировал? Ого, тут слишком темно. Эй, что-то написано на полу. Это ловушка. Это не смешно. Включите свет. Так, я могу здесь лутаться? Так, компьютер. Пусто. Пусто. Вы получили содовую. Пусто. Короче, происходит здесь какая-то. Я не вижу здесь ничего интересного. Короче, полтергейсты какие-то. Привет, ты знаешь, где выход? Сотрудник. Боже мой, он привязан к стулу. Что здесь происходит? Я попробую тебя развязать. Так, должно быть, он привязан сзади. Не получается. Эй, я пока не уверен, что могу тебе помочь. Но, возможно, между нами двумя мы сможем найти выход отсюда. Кто-то... А, я его типа толкаю. Я не могу так протолкнуть стул через эти провода. И они слишком спутаны, чтобы их подвинуть. Вау. Так, эта картонная коробка выглядит достаточно прочной. Так, шоколадный батончик, пусто. Так, получится, я бегать не могу, да, с ним? Вы получили, опа, пакетик кофе, найс. Поехали. Вы получили одну коробку. Пусто. А, вентиляция открыта, но она слишком высоко. Мне нужна так помощь, если я хочу туда забраться. Коробки? Подожди. Осмотреть. Так, добавьте воды в кофейник, чтобы сварить кофе. Осмотреть. Крепкая коробка, которая может выдержать большой вес. Так.
Я все еще не могу дотянуться, стоит попробовать поставить еще коробку. А я здесь коробок не вижу, нам предлагают туда пойти. Ну вы его уже видите, да, элементы хорроров пошли. Призраки какие-то. Здесь ничего нету. Ладно, пошли прямо. Сейчас, понимаете, час ночи. Так, все эти сложные шкафы выглядят так, как будто могут упасть в любой момент. Подожди. Мы получили ломтик хлеба. Помоги мне. Ух ты же, блядь. Здесь нет ничего интересного. Вы получили... Ха. Спиздил с трупа деньги. Ха. Ха. Я не вижу здесь ничего интересного. Спокойно, я уверен, что где-то позади есть выход. Опа, еще пакетик. Ран. Так, вы получили картон. Так, на стене что написано? Беги, зажмите Shift. Пока. Я помню, куда бежать. Я выбрался. Я собрал деньги. Что это было? Я должен выбраться отсюда как можно скорее. Вау. Ебать, ебать, да, нам нужно выбираться. Та-та-та-та. Валим отсюда. Прикидываю, сейчас он за мной полезет. Хотя у него шкаф на спине. Поэтому сомневаюсь. Я через F выбрался. О боже мой, что это было? Что происходит в этой компании? Эй, ты! Заперто. Могу вернуться? Она что, думает, что она убежал? Пожалуйста, нам надо позвать на помощь. Начальник. Начальник? А при чем тут начальник? Подожди, а что мне... Подожди. Блять. Кофе. Восстанавливать часть здоровья. Восстанавливать немного здоровья. Восстанавливать немного здоровья. Восстанавливать немного здоровья, если взять два ломтика и добавить сыр, можно сделать сэндвич. Привет. Хьюго? Что случилось? Ты будто призрака увидел. Чудовище. Там в офисе чудовище. Что? Я нашел в офисе... Так, я пошел в офис Ди, и там был, я не знаю, кошмар. А, по-моему, я понял. То, что ты принял за монстра, на самом деле паренек, который слегка тронулся умом. Пару недель назад я заперся... Так. Недели назад заперся в офисе. Нет, то, что там произошло, не нормально. Там был парень, привязанный к стулу, и десятки сотрудников, свисающие со стены. Мы должны кому-то рассказать об этом. Ну, чувак, я не думаю, что здесь происходит что-то подобное. Клянусь, там был кофейники и мониторы, которые летают по воздуху. Ха-ха, разыгрываешь меня, Пастернак. Кроме того, зачем ты пошел в тот офис?
Мы за... так, завалили его мебель, чтобы избежать проблем. Ну, начальник мне позвонил и сказал, что там я найду свои ID-карту. А? Твоя ID-карта лежит прямо здесь, на столе. Их всегда здесь оставляют. Но погоди. В офисе разруха, и почему ты сидишь в кресле начальника? О, разве я тебе не говорил? В компании нет начальников, ни одного во всем здании. Что? Я знаю, звучит странно, но у меня не... Так. Но у них всех поехала крыша, ушли в большинство случаев. Наш последний начальник закрылся в этом офисе давным-давно, пока в один день просто и не сбежал. Кто знает почему? Наверное, стресс. Стой, но если нет начальника, кто мне тогда звонил? Полагаю, какой-то шутник. И шутник этот, кажется, Хьюги, да? Перестань об этом волноваться. Будет лучше, если ты возьмешь свою ID-карту и начнешь работать. Как можно скорее. О, я сказал работать? Что ж, постарайся не переусердствовать. Ты же не хочешь сойти с ума, как тот монстр? Ха-ха. Вы получили свою ID-карту. Вы получили лист бумаги. Так, хорошо, у меня уже два листа. Вы получили ломтик сыра. Фу. Ну да, ломтик сыра, где хер знает сколько уже времени лежит. Такое. Да я, блин, тут кровь, слушайте. Или это пролито просто. Сохранится. Вот с ней поговорим, может она нам что-то расскажет. Привет. Она какая-то действительно необщительная. Я никогда раньше не использовал эти машины. На превьюшку это пойдет. Что? Я сначала думал на превью эту поставить, где мы были в туалете. Но нет, ну нет. Что это за место? Может, это еще одна ловушка? Мистер Пастернак. Еще одно чудовище! Мне надо сбежать из этого кошмара. Ну, там заложили не только что с переходом, потому что я только что стоял в комнате, а не даже не за компьютером, столом. Оно стучит у меня в ушах почему-то, игра. Надеюсь, на записи не будет тресков. Мистер Пастернак. Добро пожаловать в Синтракорп. Вы собираетесь убить меня? Сохраните спокойствие, я вас не обижу. Что это такое? Позвольте мне представиться, меня зовут Синтра. Моя обязанность является рассказать вам о вашей работе. Хорошо, но что это за зеленый мир? Пару секунд назад я был в офисе. Вы подключились к Синтранет, корпоративному интерфейсу. Здесь вы можете отслеживать свои задания, полученные сообщения от коллеги и общение со мной на любые темы. Уведомление, вы получили свое первое сообщение. Если хотите, вы можете выбрать и прочитать его. Так, сообщение. Добро пожаловать в Синтракорп, мистер Пастернак. Надеюсь, что ваше пребывание здесь будет плодотворным, продуктивным и продолжительным. А ты послал мне это сообщение, так? Верно. Если вы согласитесь, я приступлю к разъяснению ваших обязанностей в соответствующей работе. Вы
подробно изучили ранее подписанный контракт, верно? А, ну если честно, он был таким длинным, и так было много непонятных слов, и я не все понял. Не волнуйтесь, я выделю из него важную для вас информацию. В соответствии с заранее установленной нормой юридической доктрины, применяемой в настоящее время соискателей, соглашайтесь представлять свои профессиональные услуги в соответствующей системной классификации Синтракорп, соглашаясь на эти заработок и работать принимать все дополнительные положения в этом документе на неопределенный срок или до расторжения контракта. Контракт может быть продлен в соответствии с условием труда или по требованию ассоциации профсоюза. Принятие этого контракта влечет за собой полные или частичные, так было. И извини, не могла бы ты просто объяснить мои обязанности? Конечно, вы должны сфокусировать свои усилия в Синтракорп на одной простой задании. Уничтожение существа под названием ведьмой. Что? Уничтожение существа, прозванное... Да, я слышал, но я должен убить ведьму. Это шутка, верно? Вас наняли в качестве охотника на ведьм. Ладно, слушай, я не уверен в том, что творится в этом компании, но я не уверен, что хочу на кого-то охотиться. Ведьма, серьезно? Сейчас я поясню детали вашей работы. Нет, я не хочу знать, должна быть здесь какая-то ошибка. Иконка показывает ваше первое задание. Найти молот ведьм. А как мне отсюда выйти? Пожалуйста, мистер Пастернак, позвольте мне закончить мои объяснения, и я покажу вам, как выйти. Спасибо. В связи с недостатком информации о ведьме, ваше первое задание будет поиск молота ведьм. Колдовство трактора написано в 15 веке, в котором описывается, как опознать, поймать и уничтожить подобных существ. То есть мы говорим о ведьмах, верно? Ведьма? Синтракорп получил копию молота ведьм, но где находится книга в данный момент неизвестно. По нашим последним данным, книга должна находиться где-то в библиотеке компании на 7 этаже. Рекомендую начать ваши поиски оттуда. Хорошо, ты закончила? Также должна вас проинформировать, если вы найдете книги, то мы дадим вам премию в размере 1000 кредитов. Эй, Синтра, послушай, спасибо огромное за предложение и все такое, но охота на ведьм не мое. Я пришел сюда в надежде, что это будет обычная работа, но она с каждым моментом становится все страннее и страннее. Может быть лучше, если вы найдете кого-то другого на мое место? Жаль это слышать, вы можете уйти в любое время, если вы хотите отключиться от системы. Активируйте кнопку вывода. Я надеюсь, что вы передумаете, я буду ждать здесь, если вам понадоблюсь. Может, снова расскажете об этой книге? Ваша задача найти книгу «Молот ведьм» в библиотеке компании, которая находится на 7 этаже. Это обычная книга или это какой-то монстр в виде книги? Судя по ее записям, это простая книга. Не уверен, что верю в это, но ладно, полагаю, это будет не так сложно. На данный момент вы не сделали ничего, чтобы выполнить задание, сэр. Прошу вас начать работу как можно быстрее. Продуктивный работник, счастливый работник. О чем вы хотите поговорить? О ведьме. А можешь больше рассказать о ведьме? У нас нет такой информации... Так, много информации о ней, хотя есть причины полагать, что она живет в этой здании уже несколько десяток лет, влияя на развитие бизнеса компании. Из-за этого Синтракорп запускал план по ее уничтожению и начал нанимать специализированных охотников на ведьм. Но я не охотник, я только месяц назад закончил основное обучение. Ты не знаешь, вдруг это какая-то ошибка? Компания проводит всесторонние исследования кандидатов перед наймом. Мистер Пастернак, уверяю вас, что погрешности минимальна. Но я ничего не знаю о ведьмах. Поэтому вашим первым заданием является поиск молот ведьм. Этот трактор по ведьмству может достоить вашей цели. Не сомневайтесь в себе, мистер Пастернак, компания полностью в вас уверена и может чем угодно. Что такое? Что такое? Искусственный интеллект создан в 1973 году в качестве рекламы для Синтракорп.
Позже меня поместили в компьютерную сеть, чтобы я помогала и была спутником для работников. 1973. Я думал, что твоя технология будет больше современной. Жаль, что разочаровала вас, мистер Пастернак. Как бы то ни было, я надеюсь, что... Ой, опыт может вам... Мой или ой. Для успешного выполнения вашего задания. Обязанности. Если вы хотите просмотреть информацию со ваших текущих заданий, выберите нужную иконку, и я вам все расскажу. Окей. Больше тут ничего нет. Походу нет. Окей. Перед тем, как вы уйдете, я должна рассказать вам одну важную вещь. Ваша работа здесь конфиденциальна. Вы не должны рассказывать кому-либо свой статус охотника на ведьм или свои обязанности. В глазах ваших коллег ваша работа заключается в консультации по системам и базе данных. Что? Это в ваших личных интересах. Я надеюсь, что вы не раскроете этот секрет. Скоро увидимся, сэр. Эй, ты уже вошел в систему. Компьютер немного староват, поэтому возможно, что на нем стоит устаревшая программа, но для основных функций она должна так сгодиться. Ты узнал, в чем состоит твои обязанности? Да, похоже, что это так, обычная рутина, или можно назвать убийство рутиной. Убийство? Тебе надо убить кого-то? Нет. Убить время. О-ха-ха. Вижу, что ты начал понимать. Ты уже думаешь о том, чтобы отложить так. Отлынивать от работы, не так ли? Да, вообще-то я уверен, что подхожу для этого. О, почему? Здесь в большом городе все происходит быстрее и просто просто иначе. Я думаю, а вдруг мне лучше вернуться в пригород? Потребуется время, чтобы привыкнуть к чему? Привыкнуть, чувак, не волнуйся. И мы всегда можем тебе поддерживать, когда понадобится. Послушай, если ты напряжен, то отдохни в столовой. На первом этаже. Перекусти, расслабься, не перетруждайся. Это твой первый день. Гой, сохранюсь. Стоит ли сделать? Да. Ну, я не знаю, но жалко то, что не могу их юзать часто. Как идет дело? Я пишу пошлые шутки на стене сообщений в интернете четвертого этажа. Дай им повод посмеяться. О, я встретил девушку в лобби, которая только начала там работать. Ну и новая пчелка. Пчелка? Мы называем четвертый этаж ульем. Он полон маленьких пчел-трудяг, работающих без передышки. И как мы, скорее похожи на роботов. Ха-ха. Так, это одно и то же, хорошо. Давай к тебе. Привет. Ничего не хочет говорить нам. Ладненько, пошлите. Гос сразу смотреть двери. Заперто. А что тут делать? Ого, тут слишком темно. Он там на что-то смотрит. Заперто. Ага, попробуем в ту комнату пойти. Интересно, впустят меня? А, точно. Забыл, сори. Я не вернусь туда. А, то есть смотрите, как получается. Если бы я это не собрал, я бы это тогда уже взять бы и не смог. На какой там нам на седьмом, да? Так, архивы, да, седьмой. Мне нужен седьмой этаж. Скорее всего, там, где вот эта дверь была закрыта, мне туда нужно попасть. А, я забываю, что... Итак... Синтра, не робота, штука, сказала, что книга «Молот ведьм» находится в библиотеке. Поиск книги не опасен, так? Мне никогда раньше не приходилось бояться похода в библиотеку. На экране написано
Те, кто хочет взять книгу из библиотеки, должен представить экзамен. Так, лист R301 со всеми соответствующими данными, заполненными и закрепленными ссылочным кодом. Синтракорп. Все документы можно найти в архивах. Мы получили формулу R200. Так, я должен заполнить всю информацию о книге, посмотреть. Так, посмотрим название, год издания, автор и издатель. Ну, я хотя бы знаю название. Хаммер. Подожди. Хексен Хаммер? Так, мне надо найти остальную информацию в архивах. Так, это еще архив, да, получается? Здесь написано в нем. Так. Здесь письмо. В нем написано по теме. Я не могу сказать вам лишь. Так. Вам лишь малость из того, что я обнаружил. Они называют это ведьмиными бумагами. Их можно определить по водяному знаку со змеей. Некоторые говорят, что они проклятые, но у них все равно есть свои преимущества. Одна из самых распространенных – это способ ксерокопия души. Если ксерокопия души, то она будет сохранена. А стоит вам сделать это до того, как вы вернетесь в тот момент, когда вы сделали копию. То есть, когда я ксерокоплю свое лицо на ведьминой бумаге, то она сохраняет меня. Звучит очень полезно. Ничего нету. О, лист бумаги. Пусто. Стойте, а что у меня по инвентарю? Много у меня их? Только две штучки. Осмотреть. Мой ID сотрудника Синтракорпа и логин Синтракорпа. Форма R200. Это ксерокс, но в нем нет чернил. Мне надо заменить картридж с чернилами перед тем, как я смогу им воспользоваться. А, кстати, мне нужно. Блин, ну по сути я могу через этот заходить. Вы использовали картридж. Ладно, давайте, короче, я думаю, сохранимся. Будем сохраняться раз с выхода комнаты. Потому что, наверное, бумага это у нас, так сказать, непостоянная. Авторы. Комната мобильных архиваторов. А, годы публикации. Комната с аудиокассетами. Издатель. Кладовая. Мы получили карандаш. Здесь ничего нету. Короче, ребята, я так. Так. Похоже на треугольник, нарисованный кровью. Пусто. Опа, чернила. Ладно, короче, в принципе, у нас времяшко подошло. Весело. Не тухни, ты чё? Он повесился на своем галстуке. Я думаю, что могу развязать его, но я не могу достануться туда. Пусто. Здесь ничего интересного. Пусто. Это коробка с предохранителями. Одного не хватает. Давайте, короче, да, это все-таки дело потом. Потом. Мне ж с кассетами. Давайте сначала в архивы сюда войдем. Потом дальше туда. По сюжетке. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.